Привет всем на канале Art School! Наши зрители просили научить их рисовать сказочную птицу, жар-птицу. Вот ее сегодня и нарисуем. Нам понадобится лист бумаги, карандаш, ластик, фломастеры. Для работы я беру фломастеры Artberry. 12 фломастеров с утолщенным корпусом помогут мне легко и ярко изобразить сказочную птицу. Плюс они супер смываемые и безопасные даже для самых маленьких художников. Вначале нарисуйте приблизительную общую форму туловища жар-птицы. Нарисуем небольшую окружность и овал. Это голова и тело жар-птицы. Следующий шаг. Соединяем голову и тело птицы. У сказочного создания появилась длинная шея. Рисуем хвост. Хвост птицы нарисуем произвольной формы. Главное, чтобы он был большой и длинный. Теперь начнем рисовать крылья жар-птицы. Для начала нужно наметить основу крыльев. Сперва рисуем изогнутые линии и дугой соединяем с туловищем птицы. Детально проработаем голову птицы. Нарисуем клюв и глаз. Нарисуйте небольшой хохолок на макушке. Хохолок у птицы кудрявый. Теперь нужно нарисовать перья жар-птицы. Внутри крыльев отделяем место, где будут перья. Далее нарисуйте внутри крыла изогнутые линии перьев. Вытираем все ненужные линии. Рисуем длинный и извилистый хвост. Теперь прорисуем каждое перышко. Чтобы нарисовать красивый хвост, нам необходимо кривыми указать, где будет располагаться каждое перо. Несколько перышек нарисуем кудрявыми. На теле птицы много мелких перышек. Их обязательно нужно нарисовать. Попробуйте рисовать их как будто чешую. Как видите, рисовать жар-птицу поэтапно несложно. Можно раскрасить жар-птицу в огненно-оранжевый цвет. Длинный, красивый хвост напоминает языки пламени. Беру желтый фломастер и начинаю разукрашивать. Раскрасим края перьев желтым цветом. Каждое перо вырисовываем отдельно. Теперь раскрасим оранжевым. Thank you.
Делаем нашу фантастическую птицу красивой. Прорисуем мелкие детали фиолетовым фломастером. Добавим немного зеленого и голубого цвета. Для того, чтобы сделать рисунок более выразительным, беру красный фломастер и прорисовываю мелкие детали и обвожу контур. Ребята, проявите фантазию, можете добавить и другие цвета для окраски птицы. Получилась вот такая жар-птица. Очень было бы интересно посмотреть, а что же получилось у вас. Присылайте свои работы в соцсети. На сегодня все, ребята. Не забывайте поставить палец вверх, если понравилось видео. Пока-пока! До новых уроков!